Это таджик из Новосибирска. Для конспирации не буду назвать, кто я. Обращение для президента Республики Таджикистан. Это обращение для президента народа, главы Таджикистана, Эмомали Рахмона. За 20 лет правления моя страна погибла. Мне больно видеть, как братьев на бичужбина. 20 часов в сутки работают без устали, полученными грошами кормятся их семьи. Часть уходит в казну для твоего живота. Тебе походу бог на ситуацию народа. Где экономика, где стратегия, где обещанная клятва для своего народа. Коррупция проползла до твоего кабинета. Дочь купила север Таджикистана. Что нам ждать дальше, какие планы? Правительство все не насытятся русскими рублями. Твоя семья отдыхает за границей, кайфует, а народ все тухнет и выживает. Йоу, хватит грабить народ, хотим перемен.